Давайте посмотрим с вами еще ситуацию у нас в экономике. Ну, я имею в виду экономика. Под экономикой я имею в виду доходы. Доходы. Простых людей, нас, россиян. Как у нас будет с доходами? То есть малый и средний бизнес, я беру его в расчет. Это у нас экономика России. Карты, скажите, какова будет ситуация в экономике у малого, среднего бизнеса, у людей вообще? В России какова ситуация будет? Каково будет положение людей до конца 2020 года? Что у нас будет с экономикой, карты, скажите, пожалуйста. Экономика будет падать. И дама опять выпадает какая-то крестовая. Экономика будет падать. Темная дорога. Доходы будут падать. Так, экономическая ситуация в России. Малый и средний бизнес, доходы людей. Ситуация. Она и падает, да. Будут уходить вниз. До конца года вниз будут уходить. Карта попросилась, карту вытащил. Тут больше сказать ничего не могу. События. 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 Карты, скажите, события. Дама крестовая. Дама крестовая уже идет. Дама крестовая уже идет. Так. Что могу сказать? У нас какой-то предатель будет, я не знаю, кто это. Мужчина, предатель. Он с дамой выпал, это трактовка предателя. Предатель, предатель, сейчас. Человек, влюбленный в деньги. Интересно, корыстный человек, человек, влюбленный в деньги, воздыхатель. Воздыхатель, но если воздыхатель идет сюда, к экономике, это значит материальное что-то. Какой-то предатель. Предатель. Хлопоты, о, это работа его. Это его работа. Кто это? Работа его, он там сидит, он сидит. Сидит где-то экономист, может, какой-нибудь. Король Бубин. Предатель какой-то обрисуется. Предатель какой-то обрисуется. Возможно, что-то... Что-то повысят, я не знаю. Дорожка у нас вниз идет экономики. Экономическая составляющая будет у нас проседать. А сильно будет проседать вообще? Ну, так, да. Сильно. И что у нас будет? Эмоции. Эмоции. У нас будут эмоции. У нас будут только эмоции. Положительные, неположительные эмоции будут.
Далее. Что у нас далее выпадает? Такое ощущение, что сначала сделают плохо, кто-то сделает плохо, потом будут пытаться ситуацию скорректировать. Экономическая составляющая. Возможно, надбавки какие-то будут, выплаты какие-то будут. Здесь это проигрывается. То есть какой-то человек будет делать плохо, причем заведомо, они будут знать, что будет. Но может быть, ситуация будет такова, что сильно просядет экономика. Здесь идет дотация. То есть вообще карты говорят, что здоровье будет поправлено, выздоровление. Но я понимаю так, что это дотации какие-то. Дотации. Обещание. Дорожка. Дорожка. Дорожка вверх чуть-чуть будет. Дорожка вверх. Да, дотации будут. Материальная карта падает. Дотации будут. Ну, в кавычках дотации. Опять же. А здесь у нас уже падает дама. Дама треф. А вот здесь идет вскрытие чего-то. Скорее всего, вскроется что-то. Я не знаю, что. Конец года. Какое-то вскрытие идет чего-то, тайны какой-то, которую хотят хранить за семью печатями. Именно вот материальная составляющая. Что-то, какая-то тайна, вот ее хранят просто. Вот просто хранят ее. Она очень негативная, эта тайна. Какую-то тайну хранят. Ее, возможно, кто-то возьмет и вскроет. Тайна. Тайна. Дом выпадает. Это вообще загадка для всей России. Материальное что-то. Что-то материальное. Загадка вообще для всей России. Для всего народа, можно сказать. Загадка. Вскроется. Вскроется. Это негатив. Негативное что-то связано с очень большим негативом. Что-то очень большое и негативное вскроется. Может вскрыться. Конец года. Это самый конец года. Что-то вскроется. И это... И в этом будет сопутствовать дама крестовая. Угу. Она уже идет. Дама крестовая. Она уже там, я так понимаю. Она уже действует. Кто эта дама, я не знаю. Но я знаю только одно, я запомнил, что она из Питера. Она где-то в Питере. Она уже действует, как будто разговаривает. Разговаривает, работает. Какая-то женщина. Ну, я живу на работе, поэтому я за ситуацией политической слежу плохо. Я не знаю, кто это. Дама крестовая из Питера. Дама крестовая из Питера. Возможно, с ней какой-то король. С ней вообще два мужчины. Ну вот, как-то так. Экономическая ситуация, сами видите, не очень хорошая. Все, больше ничего сказать не могу. Лайк, дизлайк, оставьте какой-нибудь комментарий. Спасибо большое, до свидания.